Так, друзья, всем привет! Сегодня я хотел бы вам показать, как я кормлю своих аквариумных рыбок Дафни. Вот она, Дафния, вот это все такого цвета, потому что там кишит Дафни. Так, в общем, я приспособил вот такое ситечко небольшое, вот так оно выглядит с обеих сторон. Так, прошу сына, чтобы подержал. Потому что одной рукой неудобно. Вот я беру, потом вот эта дафния вся, вот видите, она на поверхности везде, она полностью здесь кишит, и просто процеживаю до того момента, когда не польется грязь со дна. Все. Вот столько дафнии получилось, вот видите, ее так много. Сейчас маленькая вода стечет, чтобы грязную воду не наливать в аквариумы. И покормим всех наших рыб. Начнем, наверное, с кубика. Вот он, кубик. Так, берем и маленько кладем сюда. Так, вот она, видите, давняя уже поплыла. Все, начали ловить активно. Также нашим гурами немножко дадим. На очереди другая тридцатка, сюда тоже немножко, потому что здесь всего лишь несколько рыб, а точнее их, наверное, здесь 5. Так, вот Дафни поплыла, и дадим нашему большому аквариуму все остальное. Вот здесь так много осталось, так вот прям промываем и будем теперь смотреть, что здесь происходит. Вот видите, прям туча здесь, это дафни, рыбы прям засуетились. Также на дне она сейчас будет, вот уже видите, она и на дне, все ее ловят. Вот так это все выглядит. Ну, сейчас она, вся дафня на дно сядет, потому что она на поверхности не сможет держаться долго. Вот видите, кишит она здесь. Так, вот видите, уже коридор ищут, вовсю ловят. Здесь также вот ловят. Ну, здесь ловить они пока не будут, пока она не поменьше не станет. То есть не родят. Здесь Дафни, наверное, лишний высыпан. Ну ладно, ничего страшного. Дафни не погибнет здесь. Она наоборот будет, может быть, размножаться даже немного. Ну, все-таки здесь есть течение. Ну, засосет, не знаю. Вот так это все выглядит. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем пока.